Многие сотрудники госучреждений могут остаться без работы, поскольку попадут под программу оптимизации расходов, заявленную приоритетом кандидата в президенты Майи Санду. Она заявила, что если выиграет выборы, уволит ряд бюджетников, без которых, по ее мнению, можно обойтись. Майя Санду считает, что от многих сотрудников госучреждений нет никакой пользы, так что их рабочие места следует ликвидировать. Вы приходите к инициативе легислативе. De lichidarea unor funcții inutile în alte instituții publice. Кандидат ПДС в президенты заявила, что эта инициатива входит в десятку ее приоритетов, которые она в обязательном порядке воплотит в жизнь, как только сядет в кресло главы государства. Ранее Майя Санду уже продвигала аналогичный проект по оптимизации расходов, когда запустила реформу в образовании, в рамках которой были закрыты около 200 школ по всей стране. Второй тур выборов состоится 15 ноября. За пост президента ведут борьбу независимый кандидат Игорь Дадон и выдвиженка ПДС Майя Санду.